Привет всем подписчикам, а также случайным зрителям. В этом видосе я хочу вам показать, как вы сможете вернуть ранее установленный шрифт обратно. Напомню, что я снимал видео, как вы можете изменить шрифт на своем смартфоне. Шрифт меняется абсолютно везде. Начиная от рабочего стола, названием приложения, иконок. Потом, когда вы опускаете шторку, видите, шрифт абсолютно другой и абсолютно нестандартный. И в настройках. Шрифт полностью поменен. Напомню, как я это делал. В поиске настроек я ввожу, меняю регион Украина, меняю на Индию. Потом я захожу в раздел темы. Здесь появляется 5 вкладок. Стандартно у нас 3, будет 5. Появится такой шрифт, вкладка для шрифта изменения. Вы установили, вам этот шрифт надоел, или вы хотите изменить на другой. Это все без проблем делается, абсолютно решается буквально за 2 минуты. Но в этом видосе я хочу показать вам, как вы сможете вернуть шрифт абсолютно обратно и сделать его стандартный. То же самое, регион уже не важно какой, вы можете сменить его обратно на Россию, Украину, Казахстан, Белоруссию и так далее. Вы заходите в темы, потом вы заходите вот в мое меню и заходите вот сюда в разделчик в темы. Просто-напросто вы должны поменять тему на какую-то другую. Стандартная, классическая, да, я меняю ее, допустим, на безграничность. Я эту тему применяю с перезагрузкой обязательно. Перезагрузка. Ждем и надеемся, что тема поменяется. Но я уверен, что она поменяется, поэтому применить. Все. Идет перезагрузка небольшая. И сейчас мы посмотрим, как это все дело вернется обратно. Разные бывают причины изменения шрифта. Он вам может надоесть, или вы к нему уже привыкли. Он слишком маленький, слишком большой. Ну, такие бывают моменты, что хочется вернуть стандартно. Не всегда же ходить с таким вот корявым шрифтом, каким-то живописным, крупным, мелким, кривым, косым, каким угодно. Все это дело может надоесть рано или поздно. И как раз таки сейчас мы поставим все обратно. Поменяли тему, телефончик перезагрузили. И сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Ждем перезагрузку. Я так вкратце напомню, что этому телефону уже практически 3 года. Xiaomi Redmi 4X. Давно его покупал. Сейчас у меня Note 7. Он пока заряжается, а этот телефон у меня отдыхает. Поэтому на этом телефоне я вам показываю. Смотрите, вернулись стандартные настройки. Вернулся мой добрый, родной, старенький шрифт. Стандартный. Опа, все, отлично. Вот таким вот образом вы сможете поменять шрифт обратно. Просто-напросто поменяв тему. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Всем успехов и удачи!